правду люди говорят, что от хлопот лучшее средство ведьмак. Бессонная ночка, а? Глаза у него раскосые. Похоже, зериканец. Мало времени проводишь в седле. Ноги у тебя слишком прямые. Я слышал, Свана допустила тебя к скачкам. Но хватит ли у тебя храбрости, чтобы в них участвовать? Ага, можем начинать. Слушайте, люди. Во славу Модрон Фрей поедут. Геральт из Риви, Арве Гребец... Красная Рика! Пусть хранит вас богиня! Или пусть пошлет вам красивую смерть! Давай, Рика! Покажи! Я не дам тебе выиграть! Ты едешь как баба! Я не дам тебе выиграть, приблуд. Ты едешь как баба. Победил Геральт из Риви, ведьмак! За такой подвиг полагается награда. Возьми, пусть она напоминает тебе о твоей славе. Станешь. А с той чародейкой, Йеннифер, у тебя серьезно. Зачем он туда вообще полез? За ежевикой. Значит, сам смерти искал. Берегись, по горам разбойники шастают. Он снова предостерегает нас.
Арнольд мертв. Хватит уже этих твоих глупостей. Он... Мы обидели духа леса, Свен. Вот он и мстит. Он говорит, что мы свернули со старой тропы. Мы его обидели. Эта тварь уже пятерых убила. В гробу она видала тропы, просеки, тебя и меня. Это ебаная тварь из ебаной чащи. Ребра раздроблены. Сильный он, этот ваш дух. А? А ты кто такой? Геральт, ведьмак. Наемный убийца? Чего ты здесь ищешь? Я видел ваше объявление. Объявление? Тут люди живут порядочные. Нет тебе у нас работы. Ты уверен? Эта тварь агрессивна и очень сильна. Я могу вам помочь за определенную плату. Отличный подход. Делай свое дело, ведьмак. Думаю, мы договоримся. Кто такой этот дух леса? Или что это? Я тебе одно скажу. Это не твое дело. Это обычный хищник. Убивает всякого, кто ступит на его землю. Исчерпывающее описание. Как этот ваш дух выглядит? Его видел кто-нибудь? Из живых никто. Прекрасно. Вы все очень помогли. Птицы выклевали внутренности. Вот следы зубов. Большой пес или, может, волк. Он всегда так убивает? Только трусов. Для людей с сердцем хищника у него есть достойная смерть. Вы говорите, что чудище вам мстит. За что это? Наши деды охотились с копьем и ножом. Духу леса нравилась такая охота. Он позволял нам жить спокойно, и мы никогда не знали голода. Раньше он тоже убивал. Сколько ребят погибло, стараясь стать охотниками. А теперь все наши охотники сгинули на войне, и бестия стала еще кровожаднее. Мы анкрайты. Мы платим жизнью и кровью за то, за что другие платят золотом. Мы рабы страха, которые подкармливают слепые дураки вроде тебя. Это наш лес, и самое время покончить с чудовищем. Ясно. То, что у вас проблемы с чудовищем, я понял. Я только не уверен, что вы хотите ее решить. Хотим. Заходи ко мне. Обсудим цену за голову бестии. Беседы над трупом мне вполне хватило. Теперь я хочу осмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Не совершай опрометчивых действий, убийца. Еще не поздно вернуть старый уклад. Я разберусь, что делать. На всякий случай, начинайте собирать деньги. Наших обычаев. Ты и эта ведьма Йеннифер. Воздух на большой земле, видать, людям не на пользу. Следы. Интересно, куда они приведут. Тонкие и глубокие разрезы, словно бритвой. Разрубить кости нужна недюжинная сила. С таким нет смысла мериться мускулами.
Точил когти. Или просто метил территорию. Это леший. Самец, очень старый. Зараза. Похоже, он выбрал кого-то в деревне. Вижу, друзей у него было немного. Теперь люди не хотят смотреть на такую смерть. А в былые времена... Помню, когда я был маленьким, Лугас Заячья Губа пошел в набег на нашу деревню. И встретили его тут тишина и туман. Я едва видел моего отца и его братьев. Они за деревьями залегли. Они отлавливали одного воина за другим. А когда окружили Заячью Губу, ох, лучше бы он встретил духа леса. Ваш дух — это очень старый леший. Он опасен, но, скорее всего, я с ним справлюсь. Справишься, значит? Но это он сделал нас непобедимыми. Он превратил нас в великих воинов. Может быть, я неясно выразился? Дух леса — чудовище. Если его ударить мечом, он истечет кровью и умрет. Как ты или я. Он — нечто большее. Благодаря ему леса полны зверей, а наши женщины рожают сильных детей. По милости духа леса мы стали лучшими охотниками на островах. Не каждый мальчик, который должен стать охотником, переживает священный ритуал. Это правда. Но разве ведьмаков делают иначе? Когда мы стояли у дерева, ты сказал, что есть другой способ сдержать лешего. Нужно вернуться на старую тропу. Войти в чащу с ножом и копьем. Провести поединок на равных. И показать, чего мы стоим. Это ему понравится. Наши предки оставили в лесу камень примирения. Они возложили на него дар из охотничьей добычи. И тем самым заключили договор. Сделай то же, что и они. Ступай на юг вдоль ручья, пройди испытание духа и принеси ему жертву. Сожги в священном месте волчьи сердца. Я все еще думаю, что делать. Если попробуешь убить духа леса, ты только навлечешь на нас его гнев. Я еще подумаю. Будь здоров.
искры летят, руны отцов на клинке уж хрустят. Нет. У тебя там пятно на рукаве, Люк? Ты что-то слабовато трешь. Еще одно слово, и я тебе морду натру. Какая муха тебя укусила? Я тебе помочь хочу, а ты бранишься? У меня здесь все. От обручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересуют только мечи. Ну, показывай, что у тебя там. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру.
Окружи своей заботой о Фрейде. Мясо приготовили создание. И что б ты с ним делал, если у тебя зубов нет? Хоть бы окружи своей заботой. А потом и суп можно больше. Да? Это ты для меня так нарядилась, Хильда? Разбойников. Может, для тебя. А может, и для кого другого. Приходи попозже. Может, буду дома. Ты не уважаешь наших обычаев. Ты и эта ведьма Йеннифер. Осмотрел я следы в лесу. Ваш дух знает, как произвести впечатление на незваных гостей. Я говорил, что он любит убивать. Я почти уверен, что это очень старый леший. Так это выходит обычное чудище? Как я и говорил... Не такое уж обычное. Он очень опасен для деревни и для меня, если вы решитесь меня нанять. Золото найдется. Есть одна загвоздка. Леший выбрал одного из вас. Покуда этот человек живет в этих краях, монстра нельзя убить навсегда, он рано или поздно возродится. Это наверняка кто-то из старейшин. Должно быть Харальд. Ты же его слышал? Одних слов недостаточно. Мне надо найти отметку. А, люди тебе не поверят. Они не дадут обвинять своего. Найди этого меченого. А остальное я беру на себя. Надо понять, какую тропу отметил дух леса. Я за тобой слежу. Приветствую. Ты удачно зашел. Вчера вернулся Драккар Эйлофа Внезапного. Так что у нас есть новый товар. Хорошая добыча, говоришь? Дай-ка взглянуть. Ты часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Thank you.
своей заботой о Фрея все живые создания. Обязательно? Я видела, как он на тебя смотрит. Держи его крепко, Хильда. И не отпускай. Леший выбрал эту девушку. Зараза. У тебя там пятно на рукаве, Люка. Ты что-то слабовато трешь. Еще одно слово, и я тебе морду натру. Какая муха тебя укусила? Я тебе помочь хочу, а ты бронишься? Окружи своей заботой, о Фрея, все живые создания. Ну, нашел уже, кто помогает чудовищу? Отмеченный сам не знает, что помогает ему. Он делает это ненамеренно. Мы с нашими старейшинами не сегодня познакомились. Каждый из них родную мать продаст, лишь бы чудищу понравиться. А вообще, нечего языком трепать. Ты сам сказал, сперва надо убить дружка чудища. Если вы хотите, чтобы я убил Лешего, вы должны избавиться от меченого. Слышали, что сказал ведьмак? Если жить хотите, надо вырезать старейшин. Никакой пощады. Леший выбрал Хильду. Хильду? Убить ведьму! Хильду? Но ведь она же наша. Никакой пощады, Свен. Все слышали? Возьмите ее. Для тебя же важна эта девушка. Я сделал, что должен. Теперь твоя очередь. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Ну, мы с нашими... Никого не нужно убивать. Достаточно, чтобы меченый покинул деревню. Если он никогда не вернется, леший не возродится. Слышали, что сказал ведьмак? Нужно изгнать старейшин. И будет у нас мир на все времена. Леший выбрал Хильду. Хильду? Надо изгнать ее, ты сам сказал. Но она же наша. Свен, ради блага деревни. Прогоняйте ее. И хорошенько ей разъясните, что она не сможет сюда вернуться. Никогда. Ты не пойдешь за ней? Я думал, она важна для тебя. Не суй свой нос в чужие дела. Я сделал то, что должен был. Теперь твоя очередь. А дракона-то видели? Боги, дайте мне силы и мудрость. Приблуда. Здесь начинается земля Лешего. Прежде чем его искать, надо уничтожить все тотемы.
Иллюзия.
Леший принял жертву. Я видел столб дыма и пляску воронов в небе. Теперь все будет по-старому. Это вы скоро узнаете, но я сделал все возможное. Что, денег ждешь? Не бойся. У меня есть для тебя золото. Бери. Ты заработал каждую монету. Ты знаешь, что молодые парни по-прежнему будут умирать у камня примирения, пробуя стать охотниками? Убийства не кончатся никогда. Я заплатил тебе не за то, чтобы ты жизни нас учил. Ты сделал свою работу. Ступай себе. Ну что же, Харальд, за нашей спиной платишь ведьмаку, чтобы он убрался и оставил чудище в покое? Мы покончили со старейшинами. Один ты остался. Я смерти не боюсь. Отойди, ведьмак. Можешь оставить себе свои деньги. Вы друг друга стоите. Не тебе нас судить. Знай свое место, ведьмак. Ты управился с чудовищем, иди дальше. Что бы вы ни сделали, ничего не изменится. Это мы сами посмотрим. Тут, видишь, наша судьба решается, а ты... Ты здесь только проездом. Ты не из Нидгарда, правда? А? Опять каша, доченька. И мясо приготовил. И что б ты с ним делал, если у тебя зубов нет? Можно больше. Дядя, может, тебе помощь нужна? Я за миску супа весь день проработаю. Иди домой, малыш. Пусть тебя родители кормят. Отец не вернулся из похода. Мама ухаживает за больной сестрой. Ну, пожалуйста, дядя. Ну, смотри. Сперва шкура должна 2 дня отмокать. Потом счищаешь остатки мяса. Вот так. Мы с чудовищами сами справляемся.
Нет мне помощи, нет мне спасения. Взгляните на его кошелек. Бери. Что ты здесь? Нам для скачек не хватает одного человека. Не хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Тогда давай в седло. Люди, у нас есть третий. Вместе с лысым Сигги и Эггером Рыбаком поедет Геральт из Ривии. Они уже бьют копытами. Вы готовы? Скачем! Это все, на что ты способен? Быстрее не можешь? Слушайте, люди! Выиграл Геральт из Ривии! Ты покрыл себя славой, ведьмак, и заслужил прекрасную награду. Теперь тебе остался только один заезд. На Хиндарсфьяле. Если проедешь, как сегодня, победа будет твоя. Эй,